работа с молодежными организациями – это одна из двух новинок, которые мы применяем в этом году. То есть раньше мы больше уделяли сотрудничеству с юридическими организациями, но поскольку они, к сожалению, на Камчатке малочисленны, а молодежные у нас постоянно увеличиваются, в том числе и волонтерские, вот ставку сделали на них. Вторым нововведением в ходе избирательной кампании будет достаточно серьезное обучение общественных наблюдателей со сдачей экзамена, но зато в конце ждет сертификат квалифицированного общественного наблюдателя, который будет действовать не менее 3 лет. Вот, мы это вводим одни из первых в Российской Федерации, и человек, если он переедет по какой-то причине с Камчатки, он может быть общественным наблюдателем в любой другой территории.